25 муниципалитетов поборются за 1 миллиард рублей. После первого отборочного этапа в конкурсе Минфина Московской области «Территории роста» в игре остались только потенциальные проекты, которые придадут стимул экономическому развитию округов и позволят Московской области внести свой вклад в реализацию национальных проектов Российской Федерации. Количество рабочих мест, которые мы должны создать, снизить уровень бедности. То есть это все, что, в принципе, происходит именно через муниципальное образование, через работу на земле, на местах. Это второй у нас конкурс. Он превратился из точек роста, мы надеемся, в территорию роста. То есть для нас основная задача – это социально-экономическое развитие территории. На базе бизнес-центра «Гринвуд» в Путилково вторая стратегическая сессия областного состязания муниципалитетов. 3 минуты на выступление. Формат – презентация. В стиле питч-сессии были заслушаны идеи и варианты развития муниципалитетов-полуфиналистов. Красногорск подал заявку в сфере общественно-делового и спортивно-событийного туризма. По мнению главы округа, которая представила проект, точки роста для нашей территории – это деловые центры «Манхэттен» и «Красногорская ривьера», а также частные медучреждения. У нас есть два больших коммерческих кластера. Это МедСи, которые собираются осваивать вторую очередь. И это Ильинская больница, многопрофильный, современный, технологичный центр медицинской помощи. Наша задача, как органов местного самоуправления, создавать для этого каркас. Беспокоиться о том, чтобы выдержала инженерная инфраструктура, чтобы развивался транспорт и чтобы развивались зоны отдыха и рекреации, которых у нас в работе сейчас находится 19 штук. В тематической зоне вместе с нашим муниципалитетом также Домодедово, Чехов и Дмитровский. Среди четверки в рамках сессии устроили внутреннее голосование. Проект Красногорска, как перспективный и интересный, занял 3-е место. Но получит ли он часть миллиарда, станет известно только осенью в финале. Прежде все 25 концепций пройдут форматирование после работы группы экономической специализации в Гринвуде. На это отведены ближайшие несколько дней. Когда будут проводиться расчеты финансовых моделей, экономических показателей и независимая оценка рисков.